о том, как проращивать зерна. Берутся, значит, все зерна подряд. Здесь и гречка зеленая, и соя, и что там еще, и пшеница, и подсолнух, и лен. Может быть, Маш, я уже не помню, да, он там Маш. Еще это кунжут. И засыпается и заливается ровно поверху водой. Значит, зерна вбирают в себя всю воду. Больше нельзя, иначе там может начаться плесень или еще что-нибудь. Именно нужно вот эту смесь делать, потому что тоже иначе может начаться плесень. И за сутки вот они уже начинают прорастать, видно, и лен прорастает, и гречка, и уже проклевывается подсолнух. Почему так много делаю? Потому что вот за день они прорастут еще немного, я половину использую. Сейчас в смузи, наверное, с яблоками хорошо, и еще с чем-нибудь. А остатки, еще половину, даже больше, оставлю на завтра, чтобы меньше забот было. То есть вот это очень все быстро делается. Там пару минут забот и все. И вот они уже видно, там большие ростки. Если снизу поковырять. Ну и не надо говорить о том, о пользе зерен. Это человек сразу может прочувствовать, когда начнет их постоянно есть. В частности, например, считается, что зерна пшеницы могут даже вылечить седые волосы у человека. И, ну, можете сами почитать в интернете, там очень много полезных свойств у них.